Я подниму, нет. Опа. Подъемный кранчик. Красота. Всем привет. Время вечер. Решил съездить на речке, посидеть пару часиков на сон грядущий. Сегодня вообще все по-простому. Вон, танага-табуретка, бабуковая фея, бутылочка из синтуков. Ну и там так по мелочи. Попробую просто ради посидеть, ради отдохнуть. О, бешеная крапива. Это та, которая через шмотки прожигает, блин. Ну, кто-то тут маленько ходил. Еще до речки не успел зайти, уже всякая комарью мошкара доедает. Так, насколько здоровья хватит вытерпеть. У меня есть там дета какая-то, что ли, с собой. Ну, ей лет 8, наверное, уже. Ну, не знаю, может, что-нибудь поможет. Я что сюда поехал? Мне Леха сегодня фотку прислал, он тут леща поймал. Или густеру, ну, не знаю, подлещик ли. Короче, какой-то такой из тех краев. У нас все гости редкие. Ну, сейчас посмотрим. Так, Алёха, наверное, тут и живет, да? Здрасте. Чё, рыба прёт? Мне Лёха тут фоток лещей наслал, думаю, надо съездить. Как так? Пусть настаивается. Карась завел. Ну,
Еще не убежал, да? А? Еще и не убежал. Хитер. Так, сейчас с глубиной надо пристреляться. О, плотвень. Клейка поди. Объедают сразу. А ты на что? На тесто. На тесто? На... Да они тут закидываешь, они за червяками сразу нахуй ныряют, блядь. Червяк нахуй больше, чем с рыбы сама. Но... До карася не успевает. Ну он на дно не успевает, блядь. Не уклейка. Спалец ростом опрет, как будто там. Но они упираются, как будто, блядь, больше килограмма. Я тут одного вон. Леха видел, тягал, так не, уже подсак подвел, так ушел. Крючки маленькие. Ну, тоже кабан такой хороший. Вот смотри, что. Подошла мелочно. А тесто пылит и собирается эта всякая фигня мелкая. Мелочная она. Все, сажали. А подсак-то я не взял. Да здесь и так по этим кустам еще с подсаком нахожу. А крючки, говорю, маленькие, да еще у меня безбородые стоят. С бородкой лучше, ну, блин, два крючка постоянно то в штаны, то в подсак. Это все Леха виноват. Лещей наловил там сегодня, сидит довольный. Да. Ой, а вот этого я не возьму же. А? Выдержит ли? Выдержит. Ага. Нет, но он лежит, блядь, он на берегу. Не достанет, пока не лежит. А я туда не спущусь. Леха, подсак есть? Вот и у меня с собой нету. Все. Уплыл. Ну не знаю, килограмм не килограмм. Но около было. Ну около того, да. Придешь с подсаком, одних уклеек ловишь. Придешь без подсака. Да я сегодня поехал что-то так по-быстрому. Посидеть на сон грядущий маленько.
Отливался как этот. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. А что-то я, ну, блядь, они сейчас вообще нежненько нахуй. Ну. Уклейка прет, как танк, а эти, блин, еле живые. Попер. На дно стал со дна прямо ловить. Карасик начал. Видно, успевает до дна упасть. А в пол воды эти мелочь пузатая достает. Вон, вон он кишит мелочи. Да тут и мелочи вообще кишит, я говорю. Он сверху видно, вот прям в верхних слоях аж. Но... табунами. Ух ты! Это карасик был. Вот, вот смотри, что, а. Вот сюда бы в воде, вот где вот посидишь. Так а там это? Там залез, его поднимай. Вроде он ничего не затягивает. Но... Не, ну кто-то поздоровший был. О, гоняет что-то мелочь. Ну здесь щуки тоже дохуя ходят. Я на червяка здесь ловил его. Ну, я тоже на червя ловил. Одно время как-то это. Вода высокая еще была. Червяка цепляешь пожирнее такого, раз вниз, и вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, вот щука. Все, щука начала, наверное, ходить, поклевки прекратились. Середина июня, да? А вода-то в Уру так и не падает. Так она после дождей. Ну, еще и больше стало, и не светлеет. Обычно в это время-то я уже в забродку хожу с это. По перекатам, а сейчас что-то не знаю даже уровень-то. О! Тихо, блядь. Сука вообще нежно так берут нахуй. Ну. Сейчас клюют караси, которые которым щука пофиг, да? Я сейчас на червей-то не ловлю, он на тесто постоянно. А раньше за эти за сушилкой копал. А сейчас он пачку теста взял, в машине лежит, в любое время, в любом месте остановился. Стаканчик теста, стакан воды. И поперли караси. Ну, тоже вроде ничего. Это я удачно заехал. То мы с Лехой тут одно время сидели, сидим полдня, по два, по три карася поймаем, уже за счастье. А то вообще одни уклейки, да, Леха? Ну эти окуни кабаны такие спалят. Еле-еле. Тык-тык-тык-тык-тык. Ох. Аж два крючка сожрал.
Ну, сейчас вот на это ловлю. Да. Вот это вот, там у них мерные стаканчики такие. Вот я один стаканчик этого. Потом маленько глютена, связующая. И стаканчик воды. Чуть-чуточку не утащил. И все, я говорю вам, хранится великолепно. В любое время, говорю, на любой речке остановился, раз. Я вот на это еще ни разу, ну как, в этом сезоне вот первый раз прислали на пробу. Ничего, ловит. Нига всяких смесей. Для теплой воды, для холодной. Там. Да я что-то не пробовал ни разу. Они в пачке так-то дорогие, там 300-400, которые 600 рублей. Но там одной пачки и рыбалок на 10 хватает. А то вот приезжают уже с рыбаками-то общаешься. О, ты что, дорогое? Тут же достает там штуки 4 пачки прикормки по 200 рублей. Тут же в речку их бац и сидит вот. А это тесто, оно это, оно как, пылит. Вот минуты 3 нету, оно само распадается на этом, на крючке. Пылит и точку прикармливает сразу. Ни прикормки, ничего не надо. И вот рыба собирается вот именно в этой точке. Ни прикормок, ничего не надо. Главное в одно место закидывать. А, нету. У нас нету таких. Ну, я хуже. Одно время спрашивал, здесь на хирабуну-то никто не ловит. Это тесто для хирабуны надо. Ну, у нас вроде там богатый магазин. Ну, спросите, муж, и есть. Ну, я не знаю, в Гурьевске вот я не встречал. Что спрашиваешь, для хирабуны что-нибудь есть, такие глаза вылупятся. Что такое? Не, я туда вот повышаю. А? Убежал. Мелковаты у меня крючочки для таких карасей. А вот по магазинам как-то не очень возят. А это не берут, наверное, тут это, ну дорогой, ну что, или прикормка там килограмм, да, там 150 рублей, или здесь 300 грамм 600, на, разница есть? Ну, смотря, если прикормка, то я все равно воду выкинул, блядь, можно посидеть на том, что не на это берет, ну это кто знает, наверное, да, так вот? Ну, там в средней полосе, да это, там... Спецы-то есть, они. Там же для хирабуны и поплавки специальные, оснастка специальная, и удочки специальные, то есть мягкие такие. Это целый стиль. Азиатский так называемый. Ну, кто на что привык. А я что-то так решил попробовать. Вот, смотрю, что-то мне зашло. А там еще когда огрузишься нормально, вот на хирабуну ловишь, там даже это, по поплавку видно, когда тесто у тебя уже осыпалось. Че, опять хрен подниму. Нет, поднял. Чаще жареха будет. Мы что-то нажарили тазик, 3 дня еле-еле. А солить да это что-то неохота на. Под эту удочку, да, специально? Ну это она как, вроде как
Специально, ну это для херабуны удочка. Она вот мягкая. Там тесто, когда если вот на такой закидываешь, оно слетает. Но оно нежное. А здесь удочка мягенькая такая. Мягкий заброс получается. Чувствительная, да, сразу? Но. Ну. Результат, как говорится, на лице. Да. А вот это бабышки. Верхний наверху, снасть очень чувствительная. Он когда начинает всасывать, нижние бабышки раз, задергались, все, уже можно. А то иной раз, когда ждешь, пока он уже потянет или это, он уже, ну, или выплевывает, или уже бросает. Мы тоже по нижним смотрели, да? Да, вот которые под водой. Они раз в сторону пошли, а верхние еще стоят на месте. Раз, подсекаешь. Дельфин какой-то. А там херабуна интересно, там я этот стул специально взял, там, короче, подставка. Это тарелка такая магнитная есть, на протяг ловить. Когда вот так не клюет, там в тарелке магнит, крючки примагнитил, тесто сверху раз так протягиваешь, и оно как волокнится такой висит, раз начинает клевать. Леха, обманул ты меня, да? Где лещи-то? Ну понял, отстал, че. А мне в прошлом году кто-то фотки присылал, Пашка, по-моему. Тоже вот здесь сидел, ловил. Ну лещи прям вот парочка вот такие вот, хорошие уже. Ну лещ, не под лещик, а уже такие. Ну как мелочь гоняет. И щуки с окунями, и караси крупные. О-о-о, сразу дербанят, аж на дно не дают вот это опуститься. О! Кабана завалил. У тебя леска на разрыв, там, наверное, полтонны, да? А? Плетенка. А, плетенка. Да, понятно, что ты их так выдергиваешь. Лещ поди. Ну, е-мое. Ну, нормальный. Вот, все не зря пришел, да, Лех? Да я еще поутру таких наловил. А, ты, я же тебе говорю, ты, наверное, здесь живешь, на этой речке. Да нет, домой спать прихожу. До победы, да? Рыба-то вся под берегом, считай, стоит, да? Да, она под берегом, да, куда же бегает. А ближе к середине, там где чуть течение, начинается там мелочь пузатая. Ух ты, ну что такое, а? Вот хитрые какие-то приплыли. Подлещик. А? Подлещик? У меня под карасик какой-то, блин. Но. А это вот я не знаю, это кто и конкретно, вот или подлещики, или эти, густеры, или кто-то, как ее называют, на. Может, густера. Ну, я вот в них вообще не разбираюсь. Все, X5 последний колобки. Сейчас эльку попробую замешу. Целую рюмку изловил среднюю уже. Ну что, рыбу напластал почти ведро. Да. Можно поэкспериментировать.
Сейчас другое попробую. Ради эксперимента. Настаивается. Леха, меняю чашку кофе на твоего карася. Нас вода разделяет, никак не находится. Да я приду. Ну если придешь, то ладно. Что, попробуем глютен ЛЛ, который... Сейчас плотва одна будет клевать. Вот, смотри, что. Что, на другое не хотят, да? Обжирают. На китайской караси клевали, на японской уклейки объедают. Сбивают сразу, вот видно, тесто падает, и уже толпа такая налетает. Ну, они сразу, я говорю, червяков выкидаешь, они сразу там идут. Не успевает до карася до дна дойти. Ой, в верхних слоях телепаются. Поклевка-то вон сразу. Походят, да? Ну. Ближе к берегу кидаешь. До карася успевает долететь. Чуть ближе к течению, все. Ну, все равно. Мало-помалу. Хоть поклевало. А это вот тесто японское, это картошка. Некоторые ловят, чтобы насадку не покупать, эту дорогую. Ростовская картошка, и только глютена маленько, чтобы связующая. А чтобы глютен не покупать, берут картошку с манкой, смешивают. Ну, почти то же самое получается. Ну, только без этих, без аттрактантов, без всего. Как ты еще говорил, твоя удочка называется? Херабуна. Херабуна? Хера. Херабуна. Так, элька тоже работает. Я подниму, нет. Опа! Подъемный кранчик. Что-то мне скоро рыбу некуда будет ложить.
Тебе, наверное, тоже, да? Два карася, ведро. А мы раньше пацанами были, веточку срубишь, это как кукан. Что-то комары под вечер вылезли. Ага. О, о, щука. Прям видел я поверху этих мелочь пузатую. Гоняет. Не такая небольшенькая. Даже, наверное, килограмма нету. Ах ты. Вот теперь засел. Это мне знак, домой надо идти. Чё оторвал? А? Ну, у меня поводки-то есть еще с собой. Не, не буду перевязываться, больше хватит. Итак, он напластал карасей. Или перевязаться? Не, не буду. О, можешь карасей выкидывать своих. Пискаря на это, на балык. Обновка. И сматываемся. Шестнадцатая рыбалка сезона. Вот так. Че, тоже домой пошел? Тоже оборвался? Ого, конечно, ведро напластал. Это уже второе. Все утро. Ого, браконьер, блин. Всю рыбу выловил. Я на удочку. Понятно. До свидания. До свидания. Так, оторвался. Неохота перевязываться. Может, завтра утром на рыбалку сейчас схожу. Тесто у нас осталось маленькое. Кофейку сейчас жахну. Пришел сегодня мне термос такой. О, 67 градусов показывает. На пол-литра. Красота. Вот, типа термокружка. Не пропускает, ничего. Заливал было что-то 84, что ли. Ну, всю рыбалку просидел. В принципе, горячий еще. Кофейку жахнем по домой. Красота. Ну, все. Домой иду.
рыб наловил. Ведерко. Вода так и не спадает толком, и не светлеет. И не пойми чего. Ну, карасик клюет. 16-я рыбалка сезона. Ну ладно, что. Всем пока.